На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Без побед. Первые после возобновления хоккейной экстралиги матчи не удались командам из нашего региона. «Металлург» принимал на своем льду лидером столичную «Юность». «Столиварам» к огорчению местной «Торсиды» взломать оборону соперника ни разу не удалось. А вот гости забросили по шайбе в каждом из периодов. Отличились «Парфиевец», «Тютяев» и «Рассейкин». А вот «Гомель» удивил. «Рыси» ездили в гости к одному из аутсайдеров, «Оршанскому локомотиву», и уступили. Гости забросили в концовке первого периода усилиями «Хаматова». Железнодорожники отыгрались на экваторе второй и третий поединка, забросил «Манукян». Победу хозяевам в третьем периоде принес «Курдюков». В Гомеле стартовал областной этап республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба». На арене Ледового дворца соревнуются ребята старшей возрастной группы дивизиона «Б». Это команда районов и городов, на территории которых нет сооружений с искусственным льдом. Всего в заявке 20 команд. Сильнейших они будут выявлять на протяжении 4 дней. Конкуренция обещает быть серьезной. Нынешняя зима благоволит хоккею как никогда в последние годы. Из-за стабильной морозной погоды с ледовыми площадками для подготовки проблем быть не должно. Вполне хорошо, заливали коробки, каждый день тренировались. Почти все приходили, иногда даже все. Каждый регион смог организовать полноценную подготовку среди своих команд. На естественном, как говорится, естественные коробки, естественный лед. Все обеспечены формой на сегодняшний день. Ну и на таких массовых соревнованиях это тот азарт у этих ребятишек, который дорогого стоит, у них горят глаза, им нравится играть в хоккей. Ну и победители, от них мы, конечно же, ожидаем достойных выступлений на республиканских соревнованиях. Команда победителя областного этапа отправится на республиканский финал, который в марте пройдет в Раубичах под Минском. Команда Витебской области стала победителем предварительного этапа республиканских олимпийских дней молодежи по волейболу среди юношей в возрасте 16 лет и моложе. Турнир проходил в Гомеле в малом зале Дворца игровых видов спорта. Награды оспаривали сборные всех регионов республики и города Минска. Хозяева турнира выступили не лучшим образом. Команда Гомельской области заняла последнее 7-е место. Финальный этап олимпийских дней молодежи пройдет в Минске в мае. А уже 18 февраля в Гомеле стартует другой юношеский волейбольный турнир «Мяч над сеткой». В нашем областном центре будут проходить поединки группы «Б». Хозяева соревнований – волейболисты из «Душор Энергия», в соперниках команды из Гродно, Минска, Орши и Солигорска. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».